мае 2017 года Технический университет стал ассоциированным партнером Союза WorldSkills «Молодые профессионалы». Тогда был подписан договор о партнерстве, который открыл перед вузом возможность реализовать еще одну образовательную программу. Первый год соревнований студентов по стандартам WorldSkills проводились по 5 компетенциям. Дальше, 2018 год, мы продолжали наращивать потенциал, мы продолжали наше движение в плане развития этого движения в вузе и уже заявили 7 компетенций. Среди заявленных были компетенции, которые назвали компетенциями будущего. Победители наших вузовских соревнований стали участниками национальных чемпионатов. Так, студентка СПО Анастасия Гусева по компетенции графический дизайн на первом национальном чемпионате России заняла 2-е место. А на 2-м национальном чемпионате в Москве наши студенты по компетенции предпринимательства стали лучшими в России. К проведению 3-го чемпионата в марте 2019 года Технический университет заявился уже по 10 компетенциям. Вот такое активное развитие соревнований связано, конечно, с достаточно большими затратами, которые касаются материально-технической базы, но руководство вуза идет на это. Действительно, руководство вуза идет на эти затраты, потому что отчетливо понимает, каждый вложенный рубль вернется сторицей. Материально-техническая база, формируемая накануне чемпионатов, в дальнейшем используется для учебного процесса, научно-исследовательской работы, реализации коммерческих проектов. Следует подчеркнуть, что вузовские площадки в минувшие годы активно использовались в чемпионатах регионального уровня. Кроме того, лабораторный фонд, созданный в ВИШГТУ, задействован в профориентационной и предпрофессиональной работе со школьниками. Безусловно, участие наших преподавателей в качестве экспертов вот в этих соревнованиях показывает им тот уровень требования к компетенциям, знаниям, умениям и навыкам, которыми должен обладать современный специалист. Из года в год увеличивается количество участников соревнований по стандартам WorldSkills. Если в 2017 году в различных компетенциях приняло участие порядка 40 студентов, то в этом году ожидается, что на площадке первенства выйдет более 80 человек. Повышается и качество подготовки конкурсантов к предстоящему чемпионату. В минувшем году наши студенты испытали немалые затруднения в компетенции «Летательные аппараты». Это вполне объяснимо. В вузе пока не ведется подготовка специалистов по этому профилю. Пока. В настоящее время в вузе уже подготовили документы для лицензирования учебных программ этой области машиностроения. Итак, ВИШГТУ имени Калашникова серьезно готовится к предстоящему вузовскому этапу в рамках национального чемпионата среди студентов России по компетенциям WorldSkills. В начале марта ВИШГТУ был выбран площадкой для проведения 2 компетенций открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы». И вновь компетенция эксплуатации беспилотных авиационных систем проводится на базе Технического университета имени Калашникова. Площадка, которую предоставил университет, на сегодняшний день одна из самых приближенных к национальному финалу. Есть наработки, которые на вашей застройке, которые мы применим на следующем национальном финале «Казань-2019». Поэтому университету большое спасибо за то, что вы все так застроили.